Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей. Это жизнь в поселении Чистонебо, эко-поселение Чистонебо. Я вам хочу рассказать, какая техника, какой транспорт нужен на селе, в своем хозяйстве. Это первое, что было у меня сделано для себя. Вот такая тележка. Почтовая тележка. Поменял на ней колеса. Поставлено больше диаметра. Привальные защитные кожуха. Так называемые крылья. Вот. Надо на ней подкачать колесики. Спустились. Я ее цеплял к скутеру Honda. У меня Honda дело было. За багажник тросом. И возил воду на ней. Выглядит это примерно вот так. Это все перетягивается жгутом. Цепляется транспортное средство и перевозится. Часто применяю ее в качестве перевозки досок. Положил доску. Сюда влезает 6 досок. И повез. Вот. Можно возить длинные доски 6-метровые. Сюда кладется. Сюда две доски 6-метровые. Привязываются и тащится. Бетономешалка тюнингованная, усиленная, разваренная. Вот. Сделан пропил дополнительный. То есть можно работать на обе стороны. С пропилом намного удобнее. И можно и сюда замесить, положить, и сюда. Самое необходимое — это строительная тележка. Она у меня усилена, как видите. Поставлена от мотороллера Тула. Или Тула Электрон, не помню. Колесо. То, что у стандартного колеса лопнуло, вот здесь тупится. И в итоге нашел применение. Благо у меня колеса были в наличии. Поставил. Вот. Еще по периметру обвязал проволокой восьмеркой, чтобы это крыто удары выдерживало и нагрузку. Усилена вот эта часть арматурой. Усиление сделано в этой части. Потому что когда вот сюда нагружаешь любой тяжелый груз, вот это все дело выдавливается наружу и чередит колесо об корыто. Вот такой небольшой тюнинг сделан. И самая необходимая техника в сельском хозяйстве — это вот такой мотоцикл повышенной проходимости Тула. Она была создана инженерами в Красных Полянах для сельской местности непосредственно. Имеет 4 передачи, разгонял до 95 км в час. По неровной дороге пролетает неровности, как сказать, как на джипе. Не уступает квадроциклу. Есть у меня видео, на котором мы катаемся с соседом на квадроцикле.
А я вперед него уезжал, потому что он на четырех колесах, я на двух. Я между кустов деревьев, а он в объезд подчас. По динамике, по скорости, по проходимости техника просто зверь. Для этой техники у меня сделана приспособа. А возить вот эту именно тележку желтую. У меня сделан вот такой переходник для прицепа. Когда надо, его ворачиваем. Цепляем телегу. Так что вот такая техника нужна на селе.